Церемония проходила на стадионе «Юность». В качестве почетных гостей были приглашены депутаты и представители национальных диаспор города, а также известные российские спортсмены. Кстати, многие из них учатся в РУДН. В их числе серебряный призер юношеских олимпийских игр в Нанкине Вячеслав Яркин. Я уже вышел из юношеского возраста и уже попал в юниорскую сборную. Пока что буду готовиться к миру Европе по юниорам и потом по взрослым, чтобы показать то, что я достоин ехать на взрослые Олимпийские игры в Лондоне. В Рио-де-Жанейро в 2016 году. По мнению гостей праздника, именно такие сочинцы и прославляют город. Своими достижениями они вносят вклад в развитие курорта. И вполне возможно, к следующей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сочинских чемпионов станет еще больше. Ведь на курорте во время подготовки к зимним играм создана одна из лучших в стране спортивная материально-техническая база. После официальной части церемонии первокурсники заняли свои места на трибунах. По традиции, в день посвящения студенты в университете проходят показательные спортивные состязания. Старожилы университета соревновались в перетягивании каната и спринте.